Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит, с вами Елена. А посмотрите, какие печеньки мы сегодня с вами сделаем. Вот такие они рассыпчатые, с кунжутом. Одни Ой, такие, хорошие, вижу. А более загорелые сделала. Прям рассыпчатые такие. Минимум сахара, неприторные. Вот вкуснейшие прямо. А вторые выпекала на среднем уровне. И такие сделала средние, как говорится, обжарки. Более мягкие. Поэтому делайте на свой вкус. Смотрим видео. И обязательно готовим. Ну, печенье просто объедение. К яйцам высыпаю сахар, ванильный сахар, немного перемешиваю, в мед выливаю растопленное сливочное масло, перемешиваю и вливаю в яичную смесь. Перемешиваю, просеиваю муку вместе с разрыхлителем. Высыпаю всю. Освобождаю ложку и замешиваю руками. А тесто должно быть чуть подлипающее. Вот у нас сильно подлипает. Я сейчас 20 грамм в столовую ложечку муки добавлю. На глаз. Вот этого достаточно вполне. Под видео смотрите рецепт. Я напишу плюс-минус 20-30 грамм. Так, чтобы ясно было. Вот такая консистенция у нас получается. Собираю тесто, вот такое оно у нас подлипающее. Немножко, да? Да, немножко подлипающее. Убираю в пакет и в холодильник минут на 20-30. Такое тесто медовое, его нужно убирать в холодильник. Мягенькое, чуть-чуть подлипающее. Тесто выложила из холодильника. Оно уплотнилось. Совершенно не прилипает к рукам. По объему беру где-то с чайную ложечку. Катаю колобок. Немножко приминаю его. И обваливаю в кунжуте. Кунжут очень хорошо прилипает. Немножко фиксирую и выкладываю на противень. Поехали. А по нашему рецепту у нас получается 50-60 штук печенья. Значит, половину порции я выложила на противень. Обратите внимание, что здесь у нас соблюдается расстояние, потому что печенюшки, они увеличатся в объеме, в размере. Убираю их в разогретую духовку до 180 градусов. Минут на 20. Приятного чаепития. Понравилось? Поднимай палец вверх и подписывайся на наш канал.